самое время подавать заявку в Книгу рекордов России. В Тюменской школе номер 63 учатся 5000 учеников. Давайте посмотрим, кому повезло здесь учиться. Школа во Втором Восточном не только самая большая в регионе и в округе, но и в стране. Площадь 28 тысяч квадратов. Это как 6 жилых пятиэтажек или 2 девятиэтажки. Уникальный храм знаний состоит из 2 корпусов и 8 блоков. Здесь 3 лифта, а переходы и коридоры кажутся бесконечными. Они соединяют 81 класс. В этом году только первых набрали 27 от А до Я. В школе есть музей, класс хореографии, гимнастики, тренажерный зал и 2 спортивных, один из которых с трибунами на 600 мест, и 2 столовые. Каждую перемену здесь обедает по 600 школяров. Можно только представить, сколько килограммов еды здесь съедают за день. Строительство школы начали и закончили в срок. На стройку внутренних и внешних стен ушло, внимание, 70 тысяч блоков пыревит и 1000 мешков клея. Школа построена из высокопрочных и огнестойких газобетонных блоков, соответствующих международным экостандартам. В основе известь и песок. Всего ушло больше 3000 кубометров. По последнему слову ремонта и техники здесь все – от подвала до крыши. Один класс физики и научная лаборатория, чего стоит. В кабинетах интерактивные доски, в коридорах – умные таблицы. И это еще не все. Интересно заглянуть в библиотеку самой большой тюменской школы. Говорят, только учебной литературы здесь 34 тысячи книг. Одним словом, школа он инклюзив. А какие объекты вы бы внесли в Книгу местных рекордов? Выкладывайте фотографии в соцсетях с хэштегом «Время рекордов», и мы покажем их.